В Грузии резко упал экспорт вина. В первом квартале сразу на 60%. Чиновники связывают это с понижением спроса со стороны основных покупателей из России и Украины. Однако, по словам экспертов, повода для беспокойства нет. Грузия завоевывает новые рынки сбыта и не намерена терять позиции в экспорте одного из своих ключевых продуктов. Тему продолжит наш собственный корреспондент в Тбилиси Азиза Макулбаева. Вино для грузина – это не просто напиток, а часть духовной культуры. Виноградную лозу воспевают в грузинских сказаниях, легендах и песнях. А сам процесс получения вина – национальное достояние, привлекающее в Грузию туристов со всего света. И один из основных сегментов нынешней экономики. Вино занимает четвертое место в пятерке основных товаров на экспорт. В наших основных рынках, как Россия, например, Украина, там проблемы рубля и гривны. Так что экспорт снизился по сравнению с 2014. Где-то там был 60%. Снижение покупательской способности – это временное явление, считает Георгий Саманишвили. В 2014 году на долю вина пришлось 6,8% от общего объема экспорта страны. Стабилизировать нынешнюю ситуацию в национальном агентстве планируют за счет новых рынков сбыта. Например, на азиатских рынках у нас очень хорошая статистика. В Китае там за 3 месяца на 70% увеличился экспорт. В Японии на 200%, 3 раза больше за 3 месяца на экспорт отправили вина и так далее, и так далее. В Европе, там Польша, очень хороший рынок для грузинских вин. Так что мы, так сказать, оптимистично смотрим на 2015 год. Но еще не скоро грузинскому вину удастся занять лидирующие позиции на новых рынках. Россия, Украина и Казахстан по-прежнему входят в тройку основных потребителей этого напитка. Только на долю нашей страны приходится около 20% экспорта грузинского вина. В основном красных, полусладких и сухих сортов. Азиза Макулбаева, Шалва Сурамилашвили, Тбилиси, Грузия.